Катя, Виталь. И Маша. Привет, привет. Недавно совсем наш Тимофей был именинником. Ему исполнилось ровно 5 лет, с чем мы его все и поздравляем. Маша, давай крикнем поздравляем. Поздравляем с днем рождения. Ура! Фото и видеоотчет мы выложим немножко попозже, как мы праздновали эту вечеринку Тимофея. А сейчас Тима хочет поделиться со всеми вами, какие он получил подарки. И Маше тоже интересно, что же там Тиме подарили? Машенька, фотоаппарат. Ты думаешь, это фотоаппарат? Да. Или ты уже знаешь, что это фотоаппарат? Да. Ну давай посмотрим, что это за фотоаппарат. Это настоящий детский фотоаппарат KidZoom. Знаю, что надо нажать на вот эту кнопочку, чтобы он включился. И дальше здесь можно выбирать режимы. Можно выбрать режим съемки на фото. Можно выбрать режим съемки на видео. Можно посмотреть уже отснятые файлы. Можно записать на микрофон свой голос. Можно поиграть в 4 игры. И поставить на фотографии всякие разные рамочки, фотоприкольчики. Ну и всякое такое, интересности всякие. Так, ну что, может ты попробуешь Машу сфотографировать? Да. Сейчас мы выберем. Так. Устроен этот фотоаппарат очень просто, и каждый ребенок может разобраться в этих всех настроечках. Что самое главное, этот фотоаппарат, он противоударный. То есть можно его, в принципе, уронить нечаянно. Но лучше это, конечно, не делать. Так, ну что, сфотографируешь Машу? Сёж. Давай. Маша, улыбайся, скажи чиз. Чиз. Посмотрим, что получилось. Да. Давай смотреть, что получилось у нас. И вот такое фото нашей симпатичной Машули получилось, которое мы сбросим теперь на компьютер или ноутбук. И у нас останется вот такая память. Мне эту машинку подарил мой крёстный Виталик. Ух ты ж, какая у тебя моделька. Давай ее посмотрим. Так, это моделька машинки Lamborghini. Сможешь выговорить такое слово? Lamborghini. Ну, получилось немножко. А ну посмотри, как у нее открываются дверцы в этой машинке. Как у обычных машин? Нет. Нет, не как у обычных. Маша, посмотри, как дверцы открываются этой машинки. Вот это клевая моделька, да? Тима, когда ты вырастешь, ты, наверное, заработаешь много денежек и купишь себе такую классную настоящую машину. Вот такая вот моделька, металлическая. Дверцы у нее поднимаются наверх. Это очень интересная машинка, которая станет еще одной твоей коллекционной машинкой, да? Вот это та машинка. Давайте я ее запущу к вам. Опачки! А я к тебе. Давай. О, что, Тимофей, какую ты, Маша, следующую игрушку покажешь? Что это? Маша, угадай, что это? Микроскоп. Микроскоп. Ты знаешь, что это микроскоп? А как можно микроскопом играться? Рассматривать, из чего оно сделано. Микроскоп из чего сделан? Или какие-нибудь вещи сделаны из чего-то, вещи, да? Ну что, давайте распакуем этот микроскоп. Микроскоп у нас увеличивает в 1200 раз. Это моделька микроскопа. Как образец у нас есть стекловолокно, которое идет вместе с этим микроскопом. Если мы ее сюда поставим... Это ложное
Шерсть. А Маша говорит, что это Рыжулина шерсть. А как включить? А как его включить теперь? Так, Тимофей включил. И Маша посмотреть, пусть она посмотрит, из чего сделано стекловолокно. А ну посмотри. Видно тебе что-то? Тоже пятнышки видно. Мы с вами будем потом смотреть на листики, на шелуху от лука, на многие другие интересные вещи, которые можно увеличить теперь в 1200 раз. Правда? Да. Так, ну что, читимый подарок. Это морской бой. Морской бой. Это интересная игра еще 90-х. Раньше дети, у которых была такая игра, они были самыми счастливыми детьми на свете. Это очень увлекательная игра. Вот, тащи. Вот Маша уже вытащила кораблики и вытащила пульки. Так, а еще Тима вытащил само поле. Кораблики. Я уже раскрыла. Ты уже раскрыла? Ну давай поставь хотя бы один кораблик. Вот, мы поставим еще один кораблик сюда. Возьмем хотя бы одну пульку. Пулька заряжается куда? Так, и вот так она бежит. И давай, настрой пушку. И вот так стреляет. Не попал. Но с первого раза тяжело попасть, конечно. Тима, но я хочу сделать еще тебе один сюрприз. Какой? Это сюрприз-подарок, который прислал нам один канал. Канал тоже ведет мальчик Влад. Называется канал Влад ТВ. Ссылочку на этот канал будет в описании нашего видео. И вот мы участвовали в розыгрыше у него на канале и выиграли подарок. И этот подарок приехал к тебе ровно на день рождения. Посмотри, что тебе Влад прислал. Ух ты, спасибо. Классный подарок. Это набор «Щенячий патруль». Влад, спасибо тебе огромное. Мы распаковали наш подарочек, и мы его соберем в следующем видео. Хорошо, дети? Хорошо. А сейчас мы пойдем на улицу, и Тима нам покажет еще два самых габаритных подарка. Правда? Да. Этот батут мне подаришь, дедушка. Ну что, покажешь, как ты прыгаешь на нем? И теперь каждое утро у нас начинается с зарядки. Прыжки на батуте. И замечательный велосипед. А у меня красивый велосипед. И Маше подарили велосипед. Да, с цветочками, с сиденьем. Да, и Маше подарили велосипед. С корзинкой. Ну что, покатайся? Вот так Тимофей уже у нас научился быстро ездить на двухколесном велосипеде. Ну и как же без праздничного торта? Только торт-то мы уже давно съели, поэтому у нас сегодня будет праздничный арбуз! Поджигай, Тимофей, салют! Нам лайк и подписывайтесь на канал Тим Виктор и Маша. Пока-пока.